Марина, мне 48 лет. То, что последние 5 лет я уже занимаюсь здоровым образом жизни, работаю в области массаж, остеопатия. Угу. И 2,5 месяца назад решилась на программу 90 дней. Потому что работа с клиентами приводит к разным не очень хорошим последствиям в организме. Начала 90 дней, 1,5 месяца была подготовительная работа, а потом 2 недели колобанами пила. Вот что выходило, это вообще был ужас, потому что последние несколько лет я и чистилась, и питаюсь, я вегетарианка. Периодически я не употребляю никаких молочных продуктов. Сахар, само собой, хлеб дрожжевой, это вообще я не помню, что это такое. И результаты меня, конечно, не просто обрадовали, я была просто в полном шоке, когда я видела, что выходило из организма. Тем, кому не очень приятно, можете уже закрыть уши, я расскажу для тех, кому хочется знать. Выходили безумное количество мелкого живности и длинные, не знаю, как они называются, и спрессованная слизь на протяжении 6 дней килограммов. В процессе начала, через месяц повысыпала по всему телу, пошла не сыпь, а как бы лишай, красные огненные пятна внутри прыщи. Положительно было, не чесались. В этот момент я прекратила разные, ничем не мазалась, просто смывала водой, пила 3-4 литра воды, плюс травяные чаи. Похудела, но вес, потеря веса – это не самое главное, это здоровье, а молодилась. Надеюсь, свое 70-летие встретит моложе, чем в 30. Рекомендую настоятельно всем. Друзья, живите счастливо и богато. С любовью, Марина. Пока!